ребята, не обращайте внимания на то, что на лицо немножко помято, я вот только недавно встал. Время, короче, представьте, 9 с чем-то утра, я свой выходной решил встать так рано, из-за чего? Чтоб пойти на причал покататься, потому что сюда народ много ходит. Пока что суеты нет, пойду покатаюсь. Вот, ну там, короче, вообще круто сейчас стало, я вам заценю, что там вообще происходит. Ребят, короче, извините, смотри, зацените. Да что ты, черт побери, такое несешь? Идеально так уголок, можешь гранит поделать. Офигенный флет бетонный, и вон перилка. Сейчас мы поставим, все будет чикимоня. Ребята, с первой попытки даже переделывать не буду, пофиг. Короче, ребята, знаете, какой трюк придумал? Хочу научиться. Короче, делаешь шифты по периле и задней ногой толкаешься, как Альцков. Не знаю, получится, не получится. Это обычная будка. Thank you.
Чё, чуваки, заценили голодные трюки? А? Какие трюки были? Какие связки? Какие фифты на бордслайд, а? Все было четко, ребята. Так что салайкосов по-любому должно быть, я верю в вас, я знаю то, что они будут. Вот. Хочу вам сказать большое спасибо за просмотр. Про лайк я сказал. Ставьте, короче, просите друзей, скидывайте друзьям, вот. Напиши комментарий, что-нибудь, что ты думаешь. Классно, не классно, стрёмно, не стрёмно. По-моему, классно. А может быть и стрёмно. Вот. Так что давай, чуваки, хай-вай, шай-май. До следующих встреч. Я погнал, короче.